Что надо? Что надо? Привет. Привет. Как дела? Ника прям. Я? Вот и Иришка. На хуторе близ Диканьки. Ох, всем привет. Привет. Куда едем сегодня? Вот она, Дикань, близ Диканьки. Близ Диканьки, да. Всем здравствуйте. Ой, Сошка. А мы с Иришкой отсюда. Шалом. Зелене жито, зелене, хороші гості у мене. Зелене жито, житці жнуть, хороші гості в хату йдуть. Беру зіну, що ні, то я от хорошо. Дорогие друзья, добро пожаловать еще раз. Желаю всем здоровья, счастья, успехов во всем. У казахов есть хорошая пословица: старое дерево – воспоминание, а посаженное дерево – твой завтрашний день. Наливаем молоко или айрамы. Так, а лопату? Галя. Ирчик, надо снимать. Ага. Приседайте с деревом. Молоко. Там сколько? Давайте он. Это на чем? Немножко куда давайте. Но все-таки наши аксакалы. Ничего страшного. Хочу, чтобы дружба между нашими братскими народами с каждым днем была все крепче. О, завязываю. Аминь. Честь. Аминь. Аминь. Ура! Я-то не умею. Все, красота. Смотри, какая красивая. Теперь сюда. Ановна где? Здесь. Мероприятие посвящено 208-летию со дня рождения великого Кобзаря. Сыр жат еди езіп жаным шалғында, қырға шығанда, жуанып ашы чер төгіп, сондықтың бәрі мұнады, шуға жоқ қой меңгерік. Ахмет қызы Алтынай. Молодец. Да, и вот такие подарки от нас, это интеллектуальные игры, которые тоже предоставила наша диаспора. Спасибо, если стихотворение. Да, спасибо. Да. Танцуйте все, грейтесь. Салам, салам, родной мой Казахстан, я шлю привет. Yeah.
создание, люди чуть добрее. И кто родился, вырос здесь и рос, я знаю точно, он меня поймет. Наконец-то я до землянки добралась. Я сколько раз здесь? 5-6 раз была. И в землянку так не попадала ни разу. Девочки, напомнить попросили, на песок не наступать. Да. Очень аккуратно ей. Да. Очень такая. Ой, какая она маленькая здесь. Она очень маленькая, да? Да. Сними, пожалуйста, я ее не снимала никогда.